Всем привет, с вами Диана Суворова, и как обычно, уже мне понравилось это дело, снимаю для вас недельный влог. На неделе будет много всяких презентаций, по-моему, все косметические компании сошли с ума, они хотят все запустить именно до Нового года, поэтому я получила сразу несколько приглашений. Сейчас мы едем с вами на Lancôme, там презентация какой-то новой помады, насколько я знаю, или блеска, пока еще не уверена, но скоро все узнаем. Дальше на неделе еще будет презентация Philips. Там будет какой-то тоже странный предмет, гаджет для волос, который что-то там крутит к кудрям. Ну, в общем, это тоже я вам покажу чуть позже. Дальше презентация Avon, тоже какой-то запуск новинок. Не знаю точно, что это, но сейчас узнаем. Так что поехали! Телефон. Так, я уже вернулась после презентации Lancôme. Нам презентовали новинку, которая выйдет только в марте. Это называется Juicy Shaker. Как говорится в рекламной кампании, потрясти, нанести и влюбиться. Так вот выглядит аппликатор такой вот симпатичный, маленький такой. И наносим прямо на губы. Можно наносить на щеки, но этот на щеках будет очень мало заметен. Там есть более сочные оттенки, которые мне понравились. Например, один мне понравился, называется Berry in Love. Он такой красивый, я в него просто влюбилась. Итак, это такое продолжение линейки Juicy Tubes, которые вышли в 2000 году. Кстати, если у вас был Juicy Tube, ставьте лайк. У меня был, как раз в 2000 году появился. Лучше этих блесков я просто не встречала. Они действительно вот были тогда революцией. И вот эти вот малютки, я тоже думаю, всем понравятся. Очень они интересные. Вообще, конечно, классные новинки у Lancôme последнее время очень радуют. Вот хочу вам еще одну новинку показать, которую еще не показывала. Это аромат. Это La Nuit Trésor. Просто потрясающий аромат. Такой зимний, осенний, приятный, очень классный. Мне кажется, что в период подарков присмотритесь к такому чудесному аромату. Это просто драгоценность такая. Вот, ну и будем ждать, когда выйдут уже Juicy Shaker. Так они называются, правильно? Вот, в общем, это была чудесная презентация, очень красивая. Кстати, очень красивая будет рекламная кампания у этих Juicy шейкеров, обязательно посмотрите. Так что давайте двигаться дальше. Кстати, девчонки, визажисты, если меня кто-то смотрит из визажистов, пожалуйста, вы там прокомментируйте, отметьтесь, что вы визажисты, смотрите, может, вам будет интересно такое видео, там, что в моей сумке визажиста. Вот у меня все в таких вот контейнерах от Zuki хранится, Zuka там вот стоит, и в принципе они у меня вот тут вот подписаны, вот эти все мои штучки, что где лежит, чтобы я там не потерялась. Ну, видео подробное могу сделать как-то попозже, но вот так чисто пробежаться, тут у меня все для глаз лежит, такое в основном пигменты, базы, туши, клей, приборы. Не знаю, правда, зачем столько таскаю, иногда мало что использую. Вот здесь у меня лежит в основном все консилеры, базы, помадка что-то затесалась, даже две помадки случайные, всякие мои корректоры. Так, вот это тоже идет вот сюда, потому что здесь у меня в основном такие продукты все пудровые, хайлайтеры, бронзеры, скульпторы. Здесь у меня всякие палеточки, но тут не все, я просто вот какие тут лежали, такие оставила. Так что, если хотите более подробно что-то, ставьте лайк, буду знать.
приехали на презентацию Philips. И тут я встречаю уже много интересных друзей, блогеров. Встретили Вику. И сейчас и начнется. Мы, кстати, в Майлуке. Тут очень интересный сервис аренды платьев. Здесь красота нереальная. Можно взять платье, аксессуары, сделать укладку, маникюр, короче, все, что хотите. Мне тут очень нравится. Здесь красиво вообще. Видите, я на фоне елочки. Вика приехала! Приехала Лиза. Лиза, а что у тебя на голове? Я не поняла. Сложная шапка Джиндеркоя. Ничего себе. А еще Лиза. Всем крутят локоны на новую чудо. Так, девчонки, ну что, Philips у нас уже подошел к концу, я со всеми познакомилась, сегодня приехали девочки даже с разных городов, вот Вика, Лера ехала откуда? С левого берега. Так что, и сейчас мы идем в кафе, чуть посидим, поболтаем и, в общем, будет круто. Обещала вам рассказать про вечеринку Avon, которая предстоит мне, вот мне прислали пригласительный, уже такой красивый. Это у нас будет презентация матовых помад, насколько я поняла, потому что вот здесь у меня есть маленькая помадка, красненькая, красивая. Ну что, тогда пойдемте уже в студию, потому что сегодня у меня будут интересные гости, буду делать макияжи, прически, покажу вам, кто у меня будет, это будут интересные очень люди. Так что пойдемте со мной. Смотрите, кто у меня в гостях сегодня, готовится к мероприятию Avon. Светлана Митрофанова, психолог. Вы могли ее видеть, например, в таких проектах, как «Мода народу». «Мода народу» и... «Мода народу» была на телеканале ПЭТ, а сейчас «Один плюс один» у «Дружини на услуг». О, я, к сожалению, телевизор не смотрю дома, но если кто знает, поэтому смотрите. Светлана сегодня у нас прекрасная. Снежана закончила причесочку, я макияж. Сегодня у нас такая вечеринка, красные губы вообще у всех. Светлана, может, вы что-то пожелаете подписчикам моим к Новому году? Да, бизнес-тренер, я психолог. Да. Конечно же, я пожелаю вам душевного спокойствия. И, пожалуйста, будьте здоровы. Здоровье ведь есть и материальное, правда? И психологическое, и эмоциональное, и финансовое. Будьте здоровы в ваших отношениях. Я желаю вам счастья, гармонии, красоты и любви. Спасибо большое. Спасибо. У меня сейчас сборы идут на мероприятие Avon по поводу интересного запуска. Ко мне вот в студию пришла генеральный директор компании Avon Украина, Карина. Карина, очень приятно, чтобы у меня. Хотела бы попросить вас пожелать что-нибудь к Новому году моим подписчикам. Надяна, во-первых, я хочу в первую очередь сказать вам огромное спасибо за то, что каждый раз, когда мы с вами встречаетесь, вы создаете такое преображение и делаете меня настолько хорошо выглядящей, что поднимаете мне настроение на неделю вперед. Спасибо. И, конечно, я хочу пожелать всем подписчикам вашего канала, чтобы в следующем году в их жизни было много красоты, интересных новинок бьюти, которые дарят им много приятных впечатлений и создают положительные эмоции. Так что с наступающим и всего доброго и светлого в новом году. Спасибо большое, Карина. Спасибо. Очень рада вас видеть. Спасибо. Я уже спешу на Avon. Кажется, я уже последняя иду туда. Подхожу, здесь очень красивое место, какой-то бизнес-центр. В общем, скоро покажу, что там будет. Пока посмотрите, как красиво вокруг, я иду. И тут такой костел у нас красивый, прям в самом центре. Coffee cups and cigarettes laying around the room. I don't mind a little mess, just wanna stay with you, and we'll do anything that we want today.
сказать всем пока.